Как приятно к новогоднему столу поставить свои томаты. Вот я сделала в виде лотоса. Вот томаты богатырь, сохранившие. Розочку сделала. Ну и нарезочку из всего, что было. Как приятно видеть на столе свой урожай. Ну вот приехали мы. Вот снежок у нас вот на улице. Зима идет во всей красе. Вот мы уезжали, я оставила свои томаты возле, как видите, вот батареи возле окна. Смотрите, они за это время, за 3 недели, как у нас поспели. У меня видео есть про томаты мои, как я показывала. Вот я сейчас покажу, какие сорта. И вот до вот января месяца вот спокойно они вот сохраняются. Вот эти вот томаты, богатыри, смесь. Как видите, ну не чудо ли поставить на Новый год свои томаты, сделать салатик, скушать. Вот, желтый, вот оранжевое чудо. Вот он такой томатик остался спокойно, без всяких проблем. Вот оно, малиновое чудо сохранилось. Вот у меня, смотрите, сейчас покажу. Вот это вот малиновый зайка. А вот это вот, не знаю, вот, а вот это малиновый зайка. Вот. Вот это вот тоже малиновое чудо, но не знаю, не буду говорить, какое название. Лимон лиана, смотрите, какие желтенькие. Они вот мягкие стали уже. Его надо было скушать. Вот они, хорошие такие вот томатики. Теперь вот про полосатое дерево. Смотрите, как они сохраняются хорошо. Они спокойного, вот будут до января месяца зреть еще. Вот оно начинает портиться немножко. Вот они, ну не чудо ли вот, да, на Новый год порезать свои томатики, сделать салатики. Это, я считаю, что это очень даже хорошо. Ну, это вот груша. Вот это вот 50, томатик 50. Очень тоже хороший, как видите, тоже лёжки. И будет вот до января месяца спокойно лежать. Ну, это вот маленькие дебораулы, малыши. Вот эти. Так что вот на Новый год мы со своими томатами преспокойно, ну да, перцы у нас еще как бы вот свои перчики, ну, будем кушать, начинают уже портиться, ну вот есть. Так что вот вся зелень у нас будет своя, своего огорода будет своя зелень на столе. Так вот, так что нужно правильно обрабатывать землю, вот чтобы и никакой ни фитофторы не будет, ничего, вот одна портится, вот эту надо уже убрать. Так что вот такой вот урожай у меня сохранился до Нового года моих томатов. Садите на здоровье, вот, смотрите, чтобы у вас земля была плодородной. Вот. Вот такие томаты у нас до января месяца хранятся и нас радуют. Вот такое блюдо у нас получилось с наших томатиков. Вот, лотос, цветочек. Из того, что было в холодильнике, мы соорудили вот такое блюдо. Году свиньи желто-земляной.